Пачукі конвоїров. І на равний, на троїх. А напереді спять незнайомая пуші і гори. У засніжених кедрових хуторах своїх. Я валюся у снег і ляжу у холодным сумёте. Под невольным я жив і по мерті таким не хочу. Лепш от кулі сканать, знерухоміть на лагерным дроті. Лепш отдать своє тело, а здесь круг хочу. Под невольною песней завея окутывая плечи. Вортовая на вышках, про теплое марать житло. И кашуля на дрот, и отчаянный скачок путем речу. То есть скачок путем речу, сегодня скачок на светло. Так ратуйте ж меня, страдованная каторгой ноги. Заметай заверуха, горячий скрывавленный след. Тут чужая земля, тут чужие навокал пороги. Я надея, сказал бы на полной поэт. Только мы не поэты, ворожей черною сграей. А хрести у нас чужинец, и с пальцами вырвал перо. Беларусь, моя мати, ты чуешь, як мы догораем. И зехтит наша кровь на ворожных руках, як тавро. Беларусь, моя мати, ты чуешь, як мы догораем, и зихти наша кров на ворожих руках, як тавро. Гэтым сканчаўся верш у газете «Витебский рабочий». Газете «Апам». Поэтому я его так и спевал. У Соколова там еще есть протяг. Але само по себе. То есть улада еще вельми моцная. Еще вельми жесткая до усиляких незалежных телодвижений, так будем казать. Але якія вершы друкавалі і каго яны друкавалі? Воюша, які быў на той час ужо в апазіцыі. Гэта вось такі погляд быў. Спешаліся? Добра, дзякуй за падтрымку.